Да, и Артем Мальцев сегодня отсутствует в заявке в любом случае. Перевод на правый фланг. Там поборется Меркулов. Ну и шайбу Алмаза. 68 номер. Перехват. Прошу прощения, Шосток. Я неправильно назвал фамилию. Извиняюсь я перед болельщиками Алмаза и Шайхутдинов Артур. Да, конечно. Панкратов оставил защитником. Гараев. Третья пятерка капитана на льду, знаем мы. Какой результат она показывает. И бросок по воротам. Состоялась. Будет пониже и побыстрее. Команда. Вот так, небольшой забавный факт. Статистический. Например, у нас самый низкий игрок Кожухов Юрий, а выше его уже люди идут с ростом 177-178 сантиметров. Хороший отбор сейчас в исполнении Гараева. На чужой синей линии Амир встретил. Некоторое время большинства у Алмаза капитан украл. Здесь 2-68 номера на синей линии Ступинской команды столкнулись. Но это не помешало, тем не менее, Коробкину шайбу завести. Ворота капитана. Передача, поборется там. Ведущее звено и номинально третьего капитана на льду. Григорий Панкратов задержался в зоне, но достать до шайбы не удается. Завез Колесников шайбу. Бросок с острого угла. Где шайба? Она в воротах Михайлова. Казалось, 0-1. Что уже парировал ее Артем, но тем. Ну, спокойно, хладнокровно действуют гости. Казаков будет первый. Да не может никак. Ну, оттеснил его эффектным силовым приемом кто-то из защитников. Тем не менее, выиграл себе Сычушкин шайбу, хоть и защитник, но добавил в атаке и бросок даже состоялся. Михайлов спасает ворота. Сейчас может что-то получиться. Хорошее оставление. Шайбу. Это звено Меркулова на льду. Сейчас у нас Панкратов. Немножко сводился Григорий. У него шайбу отобрали. Снова Панкратов. Вернулся в обороне, отработал. Да, и отобрал шайбу у Жирнова. Позиционная атака Алмаза. Ну и передача в никуда. Кузнецов. Шайбой. Здесь можно хорошо уйти на свободном льду в атаку. Капитан, хорошее соление. Гараев, как же. Эх, этот шайба немножко киксанула, да, и Панкратов уже не мог прилаяться как следует к ней. Вот в одной из смене для неплохих атаки в исполнении этого звена у капитана. И нужно возвращаться. Меркулова. У этих ребят шайба всегда хорошо держится. Панкратов, молодец. Ну же, пролетает шайба, остановит ее Гордеев, хорошая передача. О, как же так, гол! Отлично все было сделано, сравниваем счет. Меркулов это был. На 100%. Всех сам обыграл, да. Своего партнера тоже. Но щитками отражал Шосток. Единственное, что, конечно, можно было попробовать добить, не получилось это у Ступинцев. Гордеев, нужно возвращаться Михаилу, аккуратнее действовать в обороне, сохраняя все-таки шайбу. Активный 36 номер, это Неволин Максим. Да, все верно. Снова судья вступает в игру, уже третий раз за матч. Бросок плотный. Справляется с ним Артем Михайлов, и в атаке капитан Гараев, передача. Ах, хорошо давал Меркулову. Да, не дотягивался не Георгий. Шайхутдинов Артур сам идет. Хорошо пробросил, да, сам поборется. Меркулов вернулся в оборону. Хорошо все сделал в отборе, отработал. Она будет начинать. Против Маркова Артема, капитана команды. Панкратов сразу. Ну и за отведенное время тренеры доверили ведущему звену попробовать реализовать большинство. Сейчас у нас тройка Меркулова на льду.
Шайба капитан Меркулов. Подбирает он шайбу, решил пойти сам. За ворота заходит. Передача на Панкратова. Панкратов подключает защитников. Неплохо ходят шайбы. Панкратов. Кожа, бросок касания. Шосток, похоже, спасает, да? Из них 6 побед у капитана, 12, соответственно, у череповчан. Последняя победа практически ровно 4 года назад, 25 февраля 2015 года. Это лучший сезон как раз у капитана. Мы тогда проводили, вышли единственный пока раз в плей-офф в полном составе. Сейчас у нас играет «Алмаз». Тогда капитан держал победу дома в овертайме со счетом 3-2. В этом сезоне тоже встречались в ноябре 16-18 числа. И проиграли в первом случае со счетом 3-0 и во второй игре 8-3. И Назаров с Гордеевым. Да. Пара защитников. Марков переиграл Меркулова. Бросок состоялся. Показалось, что... Показалось, да, что влетела шайба. Она как-то, потеряв скорость, отскакивала. Возможно, все-таки оказалась она под перекладиной. Но узнаем об этом позже. Пока продолжается игра. Борьба за шайбу на красной линии. Выгрызает буквально Георгий Меркулов. Передача на Гараева. Гараев, Меркулов. Оставляет Амиру. Гараев идет в угол, но... Долго может держать шайбу Амир. Наброс безадресным получился. Да. Передача и в атаке Алмаз. Через Гордеева пройти будет сложно. Лидер обороны нашей команды Михаил. Гордеев занимает третье место по штрафному времени. 90 минут штрафа у него в лиге. Не самый лучший снайпер в том числе. Да. Ну и, наверное... В пользу для капитана его отсутствие, так же, как и Климова Леонида. Да, безусловно, это лидеры команды. Но, тем не менее, Марков попадал неоднократно в десятку лучших голов недели. Однажды он даже занимал второе и третье место. Место, которое имеется, все-таки Алмаз заметно повыше и... Наверное, больше всех забрасывающая в лиге команда. 200, ну, теперь уже получается 209 заброшенных шайб. Ох, как Гараев перехватил неплохо клюшкой. Многие рукой так не могут сыграть, а Амир клюшкой перехватил шайбу. Все равно шайба у Алмаза. Заметное все-таки преимущество за игроками в белой форме. Это неоспоримый факт. Сейчас у нас третья пятерка Алмаза на льду тут, да? Хорошую смену Чижиков провел своим партнером из Коробкина Владиславом. Борьба за шайбу. Борьба за шайбу и выигрывает ее Алмаз. Коробкин бросать будет Чижиков. Ух, как разыграли! Одновременно сказали. Есть возможность контратаку убежать у капитана. Это Тючев, по-моему, там был. Овца как-то, да, ассоциируется. И в том числе с основной командой, которая представлена в континентальной хоккейной лиге. Тючев ускорился. Нет, это Панкратов, звено Меркулова сейчас на льду, соответственно. Ну и проброс. Меркулов на точке. Против Коробкина Владислава. Ну, игра, кстати, достаточно открытая. Соперники позволяют друг другу доходить до ворот. Да, и обмениваются атаками. Атаки, да, атаками обмениваются постоянно. Вот что есть работа у вратарей. Панкратов там поброжировал. До шайбы не дотянулся Григорий. Здесь очень настойчив Чижиков. Шайбу в итоге довез до Михайлова. Вторым темпом атака продолжается. Чижиков в углу. Против него Кращинский. Здесь на свободном льду есть возможность у капитана развернуться. Гараев. Степан партнеров по команде. Оставляет он шайбу. Ну, в итоге, да, не дошла шайба до Шостака. Тут же контратака у Алмаза. Выстрел. Отмечал команда по
хоть это звучит смешно, достаточно низко и быстро. Между тем, позиционная атака состоялась у Ступинцев. Поддержим шайбу. Снова шайба Алмаз. Отыгрываются защитники друг с другом. Мешает Панкратов. Тут же и Караев помогает. Сохраняем шайбу на Меркулова. Там Панкратов один, но отдань. Далеко отпустил он шайбу. Непонятно, что это было, пропорс Ли или... Но вот опять же, на протяжении всей встречи, мы говорим, не удается никак капитану подержать шайбу достаточно. Хороший бросок на добивание было возможно. Здесь уже помогает Сурканов, по-моему, защитник, да, сейчас шайба глубоко в атаку забрался, да, так и есть. Хорошая перепасовка, ну уже Русаков нужно бросать. Буквально всем своим телом преградил путь шайбе. Остановлена игра, и за 19 секунд до окончания второго периода вбрасывание ворот Шосток у нас на точке Меркулов. Против Колесникова Никиты. Шайба снова у Алмаза. Череповчане выиграли, довольно легко себе шайбу забирает. Вошли в зону, потеря, Гараев, ну, сложно против этого звена. Тем не менее, бросок состоялся. Поторопился ввести в игру шайбу Михайлов. Да, решил не рисковать и за... Ну и все, я думаю, подошел к концу второй период. 1-2 ведут гости. Можно отметить, все-таки, наверное, побыстрее, чуть раньше они оказываются на шайбе, на подборе. Ну и каждая атака динамичная, сходу она несет в себе большую опасность. Вот сейчас навязал борьбу кто-то из капитанов, по-моему, это Гараев был. Хорошая передача, но, конечно, Меркулу тяжело было сразу в касание. Бросок, но прямо в щитке Артем Михайлову. Не удалось запрессинговать так, как надо. Шайхутдинов, бросок. Кстати, в первой встрече этого сезона, 16 ноября, тоже Константин Шосток был в воротах у Алмаза. Гордеев, конечно, выходит в этой спецбригаде большинство. Супер атакующая пятерка. Расставились Ступинцем. Бросок состоялся как-то неуверенно. Сейчас играл Шосток. Борьба за шайбу в углу площадки. Гордеев. Гараев. Ищет он адресата. Ну, сейчас неудачно сыграл Новиков. Пусто там, непривычно пусто под воротами соперника, потому что при розыгрыше большинства все-таки несколько иначе эта схема выглядит. Воспользовались тем, что выросли шайбу гости, тут же сменили свою четверку. Очередную атаку начинает капитан. Панкратов. На противоположный борт. Возвращает Панкратов шайбой. Через защитника Григорий сыграл. Кузнецов один на синей линии. На Гараева с привычной своей позиции с правого круга вбрасывания. Бросать Амир не стал. У нас Сурканов защитник, да? Я просто отсюда не могу разглядеть. Вот как раз он опасно в касании, можно бросать. Ну, очевидно же это было. Очевидно, что умышленный. Это вбрасывание. Замерли в ожидании болельщики. Шайба у капитана. Без труда сейчас разрывает схемами при розыгрыше большинства Ступинцев. Касание замыкал. Не получилось у Меркулова. Панкратов на подборе. Через Дорофеева. Тот Гордееву. 10 секунд остается играть в большинстве. Мощный щелчок. Это Гордеев был. Предупреждает Артем Михайлов, что сейчас появится четвертый игрок. Немного полегче будет череповчанам. И бросок гол! Отлично! Только-только стоило выскочить на площадку четвертому игроку гостей, как отметилось, это заброшенная шайба в исполнении капитана. И Меркулов готов склестнуть клюшки. Сумарком с капитаном выиграл. Георгий тут же на защитника Гордеев. Поехал закрывать синюю линию наш игрок обороны. Гараев, касание. Круто. Нужно. Продолжаем добивание.
мечется там в своей площади ворот Шосток. И тут вбрасывание на той же точке состоится. Вновь победителем вышел Георгий Меркулов. Гордеев сыграл на Гараева, тот вернул защитнику. Гордеев на Гараева. Играл пока сейчас Гараев. Касание попробовали. Хороший розыгрыш. Красиво смотрится. Отличная комбинация в большинстве у капитана. Впрочем, болельщикам это привычно наблюдать каждый раз, когда звено Меркулова на льду. Не удается ни как Алмазу вынести. Сам успевает Шосток вернуть створ в ворот на место. Снова остановка Волов. Лидер капитана по игре на точке против Колесникова Никиты. В полном составе капитан Сурканов к своим партнерам тут же присоединяется. Нужно отыграть в обороне. Отдохнувший Даниил на шаве первый его выбрасывает и катит меняться. Атака Алмаза. Мегаскоростной заплатников шайбу завез, хорошо оставлял. Череда рикошетов, тем не менее, сохранили контроль над ней. Заблокирован выстрел уже в этот раз защитника Рогова. Ну, не очень точная передача. Гараев хотел Панкрату отдать, да, но очень неточно. Конечно, тут несложно было остановить эту шайбу и траекторию этой передачи пресечь. Открывался Григорий хорошо. Но многого извлечь из этой быстрой атаки, как задумал Гараев, не получилось. Вынужден заворачивать очередной вираж Меркулов. Тут же... Нет, все-таки связующий игрок это центр форвард, естественно, в этой тройке Георгий Меркулов. И формально, и по игре многое зависит все-таки от него. Хотя индивидуальным мастерством здесь все блещут, это вне всякого сомнения. Ну и лидер команды, лучший бомбардир Гараев, естественно, в первую очередь. Вот сейчас, правда, пока мы их нахваливали, ничего не получается. У ребят потери за потери следуют. И сейчас шайбой игроки в светлой форме спокойно контролировали. Даже синюю здесь не успели мы закрыть. И достаточно времени от нашего большинства гостей спокойно съели. Уже меньше полутора минут остается капитану на реализацию численного преимущества. Вынужден вот так, да, тут подобрал Иван такое обозначение к сегодняшнему матчу. Прошу прощения, я сказал про Динамо. Минская Динамо. Ошибся я немного. Сейчас кого-нибудь введут в заблуждение. Я думаю, болельщики прекрасно знакомы с турнирным положением команды. Здесь столкновение с заворотами Новиков, по-моему, да? Еще одно, да что ж такое-то? Судья, ну, понято, рука главного арбитра, сразу двое получают травму. Неужели Панкратов там попал под силовой? Нет, не хотелось бы. Отложенный штраф, Меркулов, неточный пас. Совершенно точно Марков Артем удален. Проигрывает вбрасывание капитан Гордеев. Гоняет атаку, это... Ну что, на табло у нас меньше 5 минут играть. Есть еще 1,5 минуты, капитан, на то, чтобы это численное преимущество реализовать. Гордеев на Гараева. Уже привычно у нас пара защитник нападающий. Схема розыгрыша немного сменилась. Сейчас Гордеев на синей линии, там подставление, Меркулов. Сейчас бросок, не точно. В каркас ворот угодила шайба. Гараев. Гордеев сохраняет шайбу на партнера по обороне, тот возвращает. Минуту остается играть в большинстве. Снова наброс, Гордеев. Подставление, там Панкратов в этот раз имел возможность переправлять шайбу. Отличная смена в большинстве сейчас в исполнении капитана. Раев! Ох, и по-моему, блином, да, Шосток отражает этот выстрел.
Сразу три хороших момента у капитана для того, чтобы это большинство реализовать. Пока не дается шайбы завести ворота. Может быть, сейчас нет. Фиксирует Константин Шостак.